Смотрите, сколько цветов. Всем привет, ребят. Добро пожаловать на новое видео. Какие корзинки? Ух ты, прикольно. Такие 175. А вот эти небольшие почем? Вот этот, например, Китя. Вот эти 50. Ага. Эти 40. Наборчики двойные по 75, тройные по 100. Хочешь, возьмем на это? Вот это. Чего? Это можно этот подруге твоей взять. Не, ну и в чительке я хочу взять. Да, возьми, тоже. Давай возьмем, посмотрим какой-то. В чительке вон можешь вот такого хлопца взять. Это Алёни мы возьмем. Нет, это Алёни. Давай вот это Алёни. А учитель... В этом году 200 штук сделала. Да, разобрали быстро. Штук 50. Классно вообще. Ну, у вас очень классный. Такие с котиком взять, учитель? Да, возьми вот это с котиком. Не, мне с котиком нравится. Ну, с медвежонком, но мне больше что-то котиком, ну, как давай, мне нравится. Вот эти два. Да. Вообще классные у вас тут прянички. Спасибо. Так, две штучки, это сколько? 100. 100. А вот еще есть, а это почему? Эти 75, вот эти по 100 тройные. Ну что, смотри, ну мне нравится котик больше. Я тебе говорю, вот это, давайте вот эти два. Сейчас, на, сейчас я денежку дам. Вот такие прянички мы купили, короче, этот, на 8 марта. Учительницы и Алёне. Я думала, пачку конфет, а вот это тоже прикольно. Типа это и это. И куплю ей какую-то свечку ароматизированную. Ароматизированную мы. Ну так, да? А как? Сейчас мы вообще Тане идем подарок на 8 марта выбирать. Таня захотела кроссовки. Ух ты, хоккеисты идут. Вот, да? Да. Да. Мы идем, короче, здесь вот на Минской расположен магазинчик. Как он называется? Зутевый бум или как это? Да. Тут очень много обуви, в общем. Так, мы пойдем не только сюда. А куда еще пойдем? Здесь есть конфиска. А, там, короче, очень много магазинов здесь, да, обувные? А ты не поломаешь? Может, лучше в руках нести? Ну, на сам туди носить. Давай. Нет. Все, заходим сейчас в магазинчик. А посмотрим, что там есть. Мы уже в магазинчике. Сколько они стоят? 30. Сколько? 30. Здесь, так, короче, нет. Очень хорошие цены. Не, и тут конечно все нормально. Более-менее, я сколько раз да. покупала, нормально носится. Так я тут вот эти покупала. Смотрите, какие вот они ботинки. Они тоже вроде 500-600 гривен стоили, да? А сумочка как тебе такая? Скажи, покажи ближе. Конечно, очень маленькая совсем. Вот она здесь куча. Но она очень аккуратно выглядит. Да, давай перейдем. Давай. Тут разные полуботиночки есть сейчас на весну. Кроссовки. Таня хочет кроссовки, короче, себе. У меня есть только у меня такие тряпчане, типа. Говори чуть-чуть громче, а то тебя так из-за маски плохо слышно. Я хочу орать на весь маски. Да кричи. Вон, смотри, какие разные есть. Ну, это ты меня что, вообще не уважаешь? В смысле? А мне, не знаю, мне наоборот такие нравятся. 305 гривен. Прикольно. Тут музыка играет. Вот, смотрите, да, вот это, кстати, нормальные кроссовки. Да ладно, не может быть. Я возьму две пары. Где это они, 200 и 10? Вот, 210. Да? Серьезно? Я возьму две пары. Прикольно. Они будут мерить. Да ладно, 210 гривен. Я же скажу, две пары можно. Какие? Одинаковых? А, это маленькие? Да. Ну, слушай, выглядит неплохо. Или мне надеть 38? Нет, сама иди. Да. Так ты себе возьми тогда несколько сразу пар, чтобы померить и покажем, какие это. Ну вообще, вот выглядит неплохо, да? Такие кроссовки. Здесь такие бабки, ты что? Худеть каждый день. Здесь вообще, в принципе, ассортимент довольно-таки большой. Вот. Ну, есть типа и заменитель кожи, и кожаная обувь. Написано, по крайней мере, что есть кожаная обувь. Смотрите, какие вот кеды идут. Здесь вот высокие такие ботиночки. Но это зимние. Так, там Таня меряет. Сумки даже продаются. Такой хороший магазинчик. Как-то мы еще год назад сюда заезжали. Давно уже так не были. А ну показывает, что ты там меряешь. О, мы взяли уже три коробки. Таня сначала подумала, что того тех кроссовок размера нет. А ну покажись. Смотрите. Нравится тебе? Удобные вообще, нет? Да, у меня вот тут широкий. Хорошо. Нормально. Давай следующий мерить.
Неплохо, да. Слушай, они светлые. Они светленькие. Вот это прикольная штука, говорит, да? Так, давай тогда пока эти оставим. Да, похоже действительно на твои кроссовки. Так подожди, так, а ты здесь покупал эти? У нас в Вышгороде покупал. Ну я думаю, что они все с одного места, с Китая. А эти как? Нет, на Китай, наверное, вообще. Ты думаешь, Украина? Здесь Украина, да. Да нет. Я думаю, с Китая все привозят. По закупке. А почему я добился в Китае там 2 раза дороже, чем тут? Да потому что они там на своем рынке офигели. А эти оптом большим возятся. А ну покажи. Сейчас. Давай. Как вам такие? Блин, ну эти мне круче даже нравятся. Хотя те вроде дороже, эти что-то. Такие, понимаешь? Ну да. Прикольно. А эти удобные слева? Да. Вам какие, ребят, нравятся? Вот этой, на этой ноге, слева или справа, на правой ноге. Вот, прикольно. Давай еще одни следующие. Ну, вообще, вот типа, это вот мне эти... не нравится. А мне нравится. А, ну типа вот это знак, логотип. Рыбла, ну типа корейская. Не Китай, а Корея. Бам. Не, вообще нормально. Вот сюда можно наклейку как-то наклеить. Или стереть ее вообще попробовать. Зачем так и делать? Дельку нашел. Вот. Типа не знаю, а это... Слышишь, это типа под Гуччи сделано, или как это вот этот типа брайли? Не выдумайте, катись на камеру. Под шумный сделать. А ну покажи. Сейчас я подсниму. Смотрите, как он, такая моделька. А ну да. Но мне они что-то тяжело показались по сравнению с этими. Вот. Но они тоже круто выглядят. Да? Прям совсем обалденно. Ну смотри, какие. А, и вот эти вот, это последние. Боже, она называется Алена. Алена, это ты будешь старше, Алёниной? Да? Привет, Алёна, тебе, подруги Таня. Нас преследовали даже в магазине, да. 8. Вот это тоже, да. Это же огромный, конечно. Объемный просто, да? Ну, сейчас же такие модные вроде носить. А ну, напишите ей комментарии. Короче, вот это были первые. Вот это, какие, вот это вторые или третьи уже? Это последний, это четвертый. Вот эти четвертые, последние. А, да, точно. Ну, в общем, интересно. Сейчас посмотрим, какие-то они выберет. Вот я вам показывал еще. Тут как кожаные кеды. Вот. Таня тоже смотрит. Да, но они непонятно, кожаные или не кожаные. Ну, вот это что-то напоминает кожу, кстати. Ну, вот разные модельки. Давай. Вот еще. Неплохо. Что там еще? Такие зеленые, прикольно, да? Нравится? Хочешь померить? Так ты хочешь, или ты не хочешь? Таня непонятная какая-то. Ну что, ты хочет, че не хочет. Ее не поймешь. Ну что, ты какие выбрала? Не знаю. Че? Пойду вам тогда, короче, покажу ассортимент еще магазина. Вот тут разные полуботиночки. Здесь вот разные полуботиночки. Здесь еще вот разные модельки тоже. Сапожки, короче. Видите? Кедики, кроссовочки тут есть. Такого плана. Короче, ассортимент очень большой. Рюкзачки, кстати. Рюкзаки по 185, по 150 гривен. 345, короче, ребят. Очень много разных вариантов на самом деле. Много всего. Цены разные. От самых низких до самых, может быть, высоких, в принципе. Не самый, конечно, дорогой магазин, но есть средние ценники. Тапочки. Смотрите, какие мягкие, прикольные. Смотрите, Таня взяла какие-то бабушкины ботинки и начинает мерить. Покажи. Офигенно, классно. Она говорит, что вот это модно. Ты что, прикалываешься? Ну, напишите, пожалуйста. Напишите, что я вообще не понимаю. Мне вот эти носочки нравятся, кстати. Прикольненькие. А? Ну, это 39-й большой, не надо. А ну, покажи. Ну и что, нормальные ботинки? Конечно. Так, ты с кроссовками определилась, Масик? Ну, такое, мне не очень, честно. Что-то не... Да? Напишите комментарии, реально, вот кто... Ну, это большие, да, мини-маленькие размерами. Мать, давай ты с кроссовками размер сначала определишься. Не, я просто их хочу тебе показать. Вот, 37-й. Есть? Ну, давай. Я просто покажу, как вы выглядите. Ну такое. Конечно, как можно огромные ботинки добиться, я, конечно, нет. А, ну, чуть меньше, конечно, возьми. И что, тебе нравится такое? Конечно, это офигенно. Смотри. Да?
Ну, может быть, меньше, может быть, и правда, чуть конечно, лучше. Конечно, это же 39, а не 37. А что, они удобные? Даже великоватые. Да? Можно 36 даже померить. Я, короче, их прошу, сейчас покажу вам, что тут мужского. Мужского вообще очень мало. Кроссовок я себе чуть глянул. Сейчас пойдем вам еще покажу. Все, давай определяйся с кроссовками. Хочу, чтобы мы еще сейчас поедем в ТРЦ Лавина, туда большой, и поедем, наверное, кушать рамен, короче, заедем в наш любимый кафе, вот этот ресторан Мусаши Миями, вот, он тоже в Лавине есть. Что ты? Короче, давай, определяйся с подарком. Хочешь, выбирай эти, но мне все равно, мне эти не нравятся все равно. Ты все прикалываешься? Да. Не выбирала, смотрите, какой бардак она тут устроила за 5 минут, короче. Куча уже кроссовок намерила. Ну что ты? Такой. Не знаю. Такой. Я. Мне вот эти и то больше нравятся по стилю, чем то, что она мерит. Она говорит, что я уже вообще, я не понимаю, не разбираюсь в моде. В общем, я вам показывал, сколько женского есть, а мужского, короче, оно все какое-то однотипное здесь. И типа я не знаю, а где? Да ну, я такое не ношу, такие кеды. Да ладно. Да нет, я такое не ношу. Сейчас мне не нравится такое. Раньше, может, о, когда-то там носил так куда-то на пробежку. Тебе 46? Да. 43. Ужасные кроссовки. Они неинтересные вообще. Не знаю, мужское мне что-то вообще здесь не нравится. Тут и выбор, вот эта полочка, прикинь, мужского, блин. И женского вообще дофига, блин, было. А мужское, ну покажи мне кроссовки, которые вот реально, ну вот это смотри, еще что-то на, ну и то это спортивная модель, спортивная, ну вот это я не знаю вообще, ну такое, тут типа видишь кроссовок таких повседневных я не вижу вообще, кеды там какие-то тоже вот, смотрите, ну цены тоже недорогие, но вот это разве что модель, ну тут вот эта надпись все испортила, типа зеленая салатовая. Нафига она мне нужна здесь? 370. Вообще никакие. Прикольные. Обычные кроссовки. Так а ты какие хочешь? Золотые? Нет, это просто, вот ну, есть типа... Золотые, если ты спасибо. Ну, такое. Ладно, мы, в общем, покажи, что же ты выбрала, Масика. Я уже не выбрала. Она все-таки... На самом деле я выбрала 3 пары, на Дима сказал, нифига. Нифига. Говори, одни пошли, скажешь на камеру, чтобы еще не понравилось. Ага, вот эти я вот. Я кажу, ну да, не понравилось, спасибо. Лишь бы меня обосрать, да? Понятно. Да, я куплю все, что тут есть. Я пойду себе тогда хоть носочков куплю. Накуплю себе носочков. Да. Подожди, а где мой был праздник? У меня вообще не было праздника. Нет праздника, ты не служил в армии, я же не виновата, а вот смотри, косынка. Смотрите, кстати. 375. Хочешь, я тебе сумочку? Кстати, прикольно, слушай, красивая. 300 гривен. Смотри, там одуванчик этот, ремешочек. Закрой ее. Типа под Кельвин Кляйн сделана сумка. Рюкзачки вон по 205 гривен. В общем, вышли мы уже с магазина, смотрите, на обуви только не остановились. Тане еще купили вот такой вот рюкзачок, под цвет почти курточки, он типа чуть-чуть... Тане купили, Дима тоже хочет купить. Да, я хочу у нее отобрать этот рюкзак, он реально прикольный. В общем, вот здесь вот остановка, вот, и называется вот тут вот магазин «Зутевый бум». Кому будет интересно, может кто-то в Киеве. Цены вообще, ну типа среднее качество, не самое лучшее, да, там есть и дешевые вещи, и подороже. Вот. Для шопоголиков я грязно. Для шопоголиков, для тех, как, ну такое мелочь, дребедень купить это. Но магазинчик, в принципе, неплохой на самом деле. Вот. Скоро начнется уже суета с цветами, вот это. Вы в прошлый раз писали, почему ты не купил большой букет Тане, зажал денег, зажопил, короче, козел, блин. А я прихожу, короче, а она мне говорит, зачем ты мне купил эти цветы? Лучше бы купил еще пиццу одну. До вечера завязали. Они, кстати, да, женщина сказала, что они постоят пару дней точно, ага. Вот, но на самом деле, может быть, на морозе я их поносил из-за того, что там туда-сюда пока ходил. Нет? Думаешь, нет, они... Ты всегда так приносишь до дома. Интересно цены на цветы, слышишь? Да, подожди. Я даже знать, а я хочу посмотреть. Цветов много? Розы по 50 гривен, такие средние.
Вот, если этот. А какую-то орхидею или еще что-то можно купить, кстати, за 100 гривен, мать какой-то это. Вообще надо эти цветы. Чего? Ну реально, букет цветов, минимальная цена 250 гривен. Ну да. Ну это такие средний букет. Да. Вон лучше купить себе гранатовый сок, короче, на улице он продают у нас, знаете. Купила собі кроси за 350. Ну вот. Типа... Я лучше куплю собі ще одні кроси. Согласен. Чим буду я в этих цветочках. Так, переходим дорогу. А чому через пішоходні пішти? Так ти сама сюди мене привела. Я не знаю, чого ти говориш. Що ти потом... за мною лентаєшся? Потом нормально. Короче, йду. О, хот-доги. Прикольно. Чай витаминный какой-то. Хочешь чаечек витаминный? Велокафе, короче, вот тут вот на Минской открыто такое. Мы же едем сейчас шеф один магазин, поэтому я пока ничего не хочу. Ты как хитрющая, мы... Мы мали купить две пары кроссовки, мы купили одну. Мы мали купить сумку, мы сумку не купили. А то, что тебе рюкзак купили? Рюкзак тебе купили по твоей инициативе, потому что он тебе понравился. Ну, он реально, смотрите, ну рюкзак мне больше понравился, чем кроссовки, если честно. Вот, я не знаю почему. Переходим вторую дорогу. Блин, эти на пешеходах, этих так опасно, короче, ходить, я тебе говорю. Все, садимся сейчас в машину, закидываем все в багажничек и едем на лавину. Мы уже приехали к ТРЦ лавину. Тут, конечно, такой ветерочек. Здоровая она. Здесь рядом сразу есть Ашан. В общем, большой тоже Ашан и торговый центр очень большой. Сейчас мы, в общем, пойдем перекусим наше любимое заведение. Вот. И потом пойдем... Что там Масечка хотела? Не, мы сначала пойдем в магазин, а потом пойдем кушать. Не, я хочу я кушать. Я не хочу кушать, ты только дома кушаешь. Да? Ну ладно, идем тогда в магазин сначала. Мы заходим в магазин Нью-Йорк. Здесь тоже очень хорошие скидки сейчас на все вещи. Там вот свитерки. Но они в основном, правда, все полиэстера, вот это синтетические, но цены зато прикольные, в принципе. Хотя попадаются и хлопковые, нормальные вещи. Что ты? Такое. У тебя? Да, кстати, у Танечки просто у тебя большие высокие обувь, поэтому и не видно этих. Мась, Bugs Bunny, смотри, кофта. Мась. Кофта Bugs Bunny. Масику нравится вот такое вот. Сколько денег оно? 249 гривен. У нас получается такой подарок на 8 марта, шоппинг-влог, короче. Да? Ну давай, сейчас посуетимся. Что-то, может быть, выберешь здесь, найдешь себе. Магазин здоровезный. Тут вообще торговый центр огромный. Джинсики по 549 гривен, кстати. По 200? Сейчас таким не модным. А у тебя тоже порванные, кстати. Нет. В плане что? Скини уже. А, скини типа? Уже можно, модные такие. Широкие там, да, всякие? Вот типа модельного, такая вот модель. Так, ладно, сейчас походим, полазим. Комбинзончик. Ты такое носишь, мать? Нет? Да, прикольно. У меня есть такие комбинзоны. Да? Ну, за 1000 гривен. 1000 гривен. Это новая коллекция. Смотрите, ребят, я вам, кстати, хотел вам сказать, крутой очень сериал. Вот это вот, «Бумажный дом» называется. Да, «Касса Папер». Скоро выйдет 5-й сезон, и тут футболочку нашли, 279 гривен. Очень популярный сериал испанский, крутой. Кто не любит сериалы, например, я рекомендую обязательно посмотреть его. Тут еще и купальники есть, или что это? Такие, я в том году хочу себе такие купить. Что это называется, бодики-шмодик или это купальник? Такие купальники. 579 гривен, да. А вот это вот, типа такой... Нет, такие мне нравятся. Такие сейчас модные. Леопардики возьмем, мать. Таня говорит, что здесь женского не так много. Можешь на вон на мужских дивиться. Вот, давай посмотрим тут мужское в распродаже. Тут также есть и мужская линейка. По 249 гривен, 199, всякие футболки. Тоже свитерки вот есть разные. Что это? Под нью-йоркевские. Ух ты, прикольная футболка вроде. 200 гривен футболочка. Но я такое, честно, не люблю. Это нужно такие какие-то штаны. Я же не в Нью-Йорке живу, я в Киеве. Кофта, да. Такая, ничего неплохая. Я, честно, вот гольфики есть. Честно говоря, не хочу шмоток никаких. Не, он такой, он закошлатится, мать. Чувствуешь, такое качество не очень.
В общем, такое здесь. Наверное, пойдем сейчас дальше, в следующий магазинчик. Ну, ассортиментик, по крайней мере, вам показали. Тут он, вот, смотри, военная, милитари, стилистика. Да, я такой тоже не нашел. Все. А я носил. Ну, когда-то носил, да. Смотри, вот какие, типа под Аляску сделаны куртки. По акции сейчас 1049 гривен скидка. Ладно, пошли отсюда тогда. Все, мы выходим. Дошли мы наконец-то до магазинчика Сенсей, ТРЦ Лавина. Сейчас зайдем, посмотрим, что там хорошего, интересного. Тут, в принципе, всегда такие хорошие скидки. Ой, больше, что мне очень нравится, здесь особо музыки не слышно. Вот, ее вроде слышно, но ее не так и много, потому что для видео это нехорошо. А вещей, конечно, очень много. Но в основном я смотрю уже джинсы по новой коллекции. 559 гривен. Ну, слушай, мягенькие такие на ощупь, да? Что скажешь, Мась? Так, семень. Не подобается тебе? Пальтишки. Что? 999 гривен. Нормально, в принципе, цена. Таня по традиции на меня все навалила, короче, все джинсы, все, что здесь было. Вот. Мы еще даже 20% магазина не обошли. Уже двое джинс на мне, а? Только двое. Только двое. Кожанки. О, 659 гривен. Ну, понятно, что это кожзам, конечно, но есть модели прикольные, например. Вот. 799 гривен. Так, мы уже примерочная, и Масик такую первую кожаную курточку. Ой, курточку уже, говорю, юбочку. Сколько она стоит? 159. Да? Ну, давай дальше тогда. Я не знаю, как ну, вам. Ну, тут да? Морщится, да? Да, оно как-то вот, типа, что-то не то немножко. А цена шикарная, конечно. Под кожу сделан. Давай дальше. Вот такая, если бы была, да? Если бы, да, было. Вот, о, да. Ну, это же Мася, Мася тянет. Давай дальше. Так, это уже вторая юбочка идет, смотрите. Да, ну вроде бы тоже неплохо. Да, я выйду, а ты можешь тут остаться. Давай, 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 давай. Ну, выходи, покажись. Прикольненько, в принципе, да, юбочка. Не знаю, пишите, сколько это стоит? Тоже 159 гривен. Но на них 30, еще дополнительно минус 30%, короче, да? Тут кожанка прикольная. Ну да, давай дальше. Типа это кожаная. Тут у нас уже следующий сарафанчик идет. Да, ну, не знаю, что-то мне вот тут не нравится вообще. Ну, потому что это убирается вообще. Это не будет идти. Нет, вообще сам вот этот вырезан такой какой-то. Ну, вы напишите свои комментарии, как. А он сколько стоит, кстати? Тоже 159. 159, в районе 120 где-то гривен, 100, да? Вот так вот будет. Ну, смотри сама, в принципе. Сейчас мы повыбираем, Танечка попередевается, и что-то выберем. Давай дальше. А это у нас следующий. Получается, образ. Что это за сарафанчик? Тоже 159 гривен. Смотрите, сколько раз его переоценяли, короче. 43%, 50 с чем-то, 65. Очень классно. Класс. Типа полуголая. Ты что, странно, ты его только под шорты одевает. Ты так не будешь его носить. Он же прозрачный. Откуда я знаю? Так, кайду. Короче, жопа такая моя. Смотрите, пожалуйста, все. У меня тут жопа есть. Как вы, ну напишите, это тоже 159 гривен, но это неплохо, это мне нравится, вот это можно брать, шмотку, прикольненько. Да, юбку мы берем в любом случае уже. Ну да, убери юбку и вот это тоже. Нет, вот это я тоже меряю сейчас. Давай дальше мери, застегивайся, а вот это уже типа следующие. Ну вот это перед этим был, вот напишите в комментариях. Потому что побольше размер там был, во-первых, да. Начнем с этого. А это что? Это 2XS. Ну и там цвет вот тут темный. Я же тебе сказала, это ты выбрал, это я выбрала. Сразу понятно, кто выбирает. Начала меня, как всегда, позорить. А что ты вообще понимаешь женский моде? Ну понятно. Ничего не понимаю, конечно. Следующие Таня меряет джинсы, но они на нее очень большие. Здоровые, огромные. А вообще вот так вот сделай, как ты делала под джинсы. Ну типа вот это собери. Типа вот это вот застегни. Вообще, типа, не было бы неплохо вот так вот, да. Вот так вот, если так ходить. Но только надо джинсы такие прикольные, нормальные, да? Потому что так, ну, такое.
Джинсики, короче, не очень, ребята. Они, кстати, 600 гривен стоят. Таня говорит, что они так и стоят, абсолютно ничего не поменялось, да? Ты же стоили. Ну, типа, потому что мы их покупать не собираемся, я их тем более покупать не собираюсь, они по размеру не подходят. Такие малышки, чтобы они не подошли. Я дуба рад, я очень рад. Как бы сказал Саша Граммер, нахрен они нужны. За сколько? Сколько они? Ну, короче, 500 гривен, в общем. А это что? Это уже следующие? Черненькие? А это такой же самый размер? Или чуть меньше? Да. Ну, такой, я не понимаю. Они такие, типа, коротуны, да? Смотрите, коротенькие. Блин, вот так, если бы они были вот такие, да? Угу, было бы хорошо, да. Они тоже великоваты. Вот здесь борка. Потому что я кажу, вот, если завышена талия, вот как бы они выглядели, да. Понял? Ага. Вот. Ну и размер здесь, мне кажется, все равно большой. Потому что они идут вот такие. Размер-то, возможно, небольшой. Вот они, понял? Угу. Поэтому это стрёмно выглядит. Понятно. Это не попи нормально, не а коли вони високоталі, чик, разницу чувствуешь? И вот тут чувствуешь, как вони выглядят? Ну, тебе лучше знать, короче, я же не понимаю. Ну, так реально, вот подивися, сейчас лучше же выглядишь, правда? Мне бесит, что здесь ковриков нет, Майя, с примерочной. Вот это они меня... считают, что за такие бабки, вы не достойки. Да, ладно, давай дальше. Выбрала Таня, короче, две вещи. Это вот эту юбку и вот эту вот, который сарафанчик, типа, под что это, Матик? Сарафанчик. И сейчас она еще хочет ремешочек какой-то себе найти. А вот такой вот черненький. Вот. Это мужские, не? Какие-то мужские. Ты где ты такие мужские? Это просто женские вот один висит. Женский там висит ремень. Вон. Да? Вон. А что ж ты взяла уже? А? Вот тут висит один женский. А, понятно. Ну что? Да, это тоже. Бежевый будешь еще? Да. Таня выбрала, в общем, вот такой вот один ремешочек. Я так понимаю, этот магазин... А, вот ты тоже перешли, бачишь? Сердечком? Ну, не знаю, он обычный совсем, типа, 89 гривен. Вот этот 119, и этот почем? Тоже 110. Вот такой вот еще. Это я взяла под плачу. Я так понимаю, это во всех странах есть магазины? В Польше, в России, потому что нет, цены... Нет, это просто люди приходят из разных стран. Да? И они типа... Тут написано ценник для всех. А, ну, тоже удобно, классно. Все, идем на кассу тогда, да? Таня говорит, что у нее ремни дороже вышли, чем ее одежда. Сколько твоя одежда вышла? Ну, покажи, сколько мы потратили на тебя. Юбка получилась 111 гривен. Блузка получилась 111 гривен. А ремни? По 119. Сколько общий чек? 460 гривен. И еще Таня резинки какие-то накинула. Сейчас вам резинки. Покажу. Покажи, что ты еще резиночки. Нет, надо мне, потому что... Покажи. Кожу с такими бомжами. Вон они, сбоку с этого лежат. Вот такие штучки. Ну, такое, типа разноцветные. Хорошая резинка? Ну, типа, чтобы... Для ну, волос. 89 гривен, типа? И это они еще по акции, по скидке были. Так, да. Это еще минус 30, наверное. А, мы да? Мы же купили их за 60 гривен. А, 60 гривен, точно. Это 21. Короче, сенсей. Мы уходим с сенсея, а теперь мы идем в наше кафе. И, кстати, очень мало аккумулятора у меня на камере. Что-то последнее время нам туда. Очень мало аккумулятора на камере осталось. Я надеюсь, что заряда хватит. Идем в наше любимое кафе-ресторан. Ой, праздновать. У кого? Вон девочки. Да, это форма у девочки, наверное, на магазине нормально. Работает. Это выйду. Да? Таня увидит, вот так вот идем, Таня увидит у кого-то костюмчик какой-то и все. Говорит, я тоже такой себе хочу. Еще такой фонтанчик есть большой. Тут в основном на выходных вообще очень много людей в округе просто вот так вот оступляют этот фонтан, сидят, фотографируются. Большой, короче, здесь зал. Магазины H&M, духи Брокарт, короче, Коллинз, Де Факто. Тут очень много брендов разных. Все, мы поднялись наверх. Вот это заведение мы идем. Здесь идет барная стоечка вот там вот за стеклом. Я покажу вам, кстати. Вот так вот оно выглядит, видите, внутри. И здесь также само у нас столик вот тут вот снаружи. Но мы остановились здесь. Вот. Тут более как-то свежее, дышать легче. Вот. Маски поснимали уже наконец-то. А, меню тут не приносят. Оно сканируется по QR-кодику, короче. И сейчас мы будем что-то заказывать. Тут еще есть какие-то, по-моему, сейчас счастливые часы. Вот так вот сканируешь вот этот кодик, короче. И переходишь вот сюда на сайт. Ну, я вообще подключился к Wi-Fi. Вот за этой штукой мы сюда пришли. Вот я очень люблю это рамен. Так, Элечка.
Кстати, на него сейчас минус 20 на все, минус 20 на все рамены до 6 часов вечера. Вот кто, по-моему, с 12 до 6, или да, с 12 до 6, там, или до скольки. Ну, короче, знаете, то до 6 дня тут рамен, короче, минус 20%. Вот такая штука, я ее просто обожаю. А ты пробовал с креветками? Нет, с креветками я не пробовал. Ты хочешь себе? Я не хочу попробовать, я хочу с уткой и свои классические любимые рамены, которые я обычно ем. Если ты хочешь с креветками, можешь попробовать. Да, может быть. Ну, типа, может быть, они вкусные, но на любителя, типа, знаете. Ну, давай, я тоже буду с качкой. Да? Два скачки? Малому тоже без качкой, только без всего. Но это мы когда будем уходить. Мы Илюхе тоже закажем с собой. Ой, давай возьмем локшину. Малому? На. Ну, ты выбирай тогда. Хорошо, ребят, мы сейчас выберем тогда, и что заказали, вам покажем. Говорю, давно мы, короче, с Масечкой уже никуда не ходили, вот это вот. И вообще, я дней 10 уже ничего не снимал для вас. Ну, типа, блин, я не знаю, я когда включил вот это на Минске камеру, блин, я так отвык немножко от этого. Ну, ему бедному руки тряслись, они не знали, в какие стороны включать, туда-сюда. Вот, мы с Пусечкой теперь выбрались, наконец-то у нас совместный выходной, вот, и решили снять для вас такой видосик, короче, типа, вроде бы и шопинг-влог, подарок на 8 марта, и вот сейчас заказали тут в нашем любимом кафе-ресторанчике. Сейчас будем кушать, посмотрим, что там вкусненького нам принесут. Короче, заказали безалкогольный коктейль еще. Вот. И локшину с морепродуктами. Ну, сейчас. Коктейль, и коктейль Таня заказали. Мини коктейль. А, не коктейль. А какой, подожди, какой мы? Мейзлинтвейн безалкогольный. Нет, я имею в виду с морепродуктами локшину мы заказали. Да. И глинтвейн, две штуки. Таня себе и я себе. А мне ты какой заказала? Тебе смородину и мелиссу. Смородина и мелисса. Ждем наш заказик. Принесли нам глинтвейнчик безалкогольный. Вот так он выглядит. Сейчас будем пробовать. Блин, он горячий такой. А у тебя с корицей? Там корица, по-моему, плавает. У Тани вот так вот пенка. Слушайте. Ну давай, ты первая пробуй. Я такие уже вроде бы пила. Ты пила? Но это ты не здесь пила. Мы пили, по-моему, белисо. Это да. Вкусно? Вкусно? А ну давай, ты мой попробуй это теперь. Вкусно, потому что в прошлый раз мне, я не помню, где это делал, и он будет кисладкий, что не ошибаюсь. А это не, приторный, кисленький, да? Кисленький. Бомба. Такой вот на... Это сейчас вкуснее. Вот так всегда. Короче, я что-то себе закажу. Это я тебе заказала. Ну да, ты посоветовала мне, а заказал я себе. Да. У меня такой более ягодный, а у нее цитрусовый такой вкус, прикольненький. Но очень вкусно, ребят, я вам скажу. Хочешь поменяться? Нет. Не, ну если хочешь, давай. Да? Нет. На, давай поменяемся. Давай поменяемся. Слушайте, вкусный. Сколько мы за него заплатили? 59 гривен. 50-60? Дешевле, чем чай. Да, прикиньте, в Вышгороде глинтвейн стоит в каком-то кафешке, типа на улице, стоит 50-60 гривен. Нам принесли уже наше основное блюдо, рамен, с этой с утки, качки, короче, и локшину с морепродуктами. Смотрите, какая красивая подача. Мидии, в общем, здесь креветки, тоже яйцо, коко и сама лапшичка. То есть тут специи и вот это кунжутом посыпано. Острый соус я отдельно просил, потому что он реально очень острый здесь, ребята. Если будете заходить, знаете, здесь очень острый соус. Но он очень вкусный, кстати. Васечка, давай кушать? Да. Да. В общем, если вы, я вам рекомендую тоже взять что-то сейчас покушать, потому что это очень будет аппетитно. Вот. И Таня тоже, кстати, такой же самый этот. Все, всем приятного аппетита. Я буду кушать. Сейчас попробуем, не изменился ли он. Я когда последний раз здесь был, где-то месяца полтора-два назад, вот, пробовал, он обалденный. Это мое любимое блюдо. Реально очень вкусно. Бульон просто такой насыщенный. Блин, я тебе говорю, да, это оно. Обожаю. Обожаю это блюдо вообще, ребят. Смотрите, сколько здесь мяса. Сколько оно стоит сейчас вот со скидкой, мать, получилось? Ну, вообще оно стоит 82 гривны и минус 20%. Короче, в районе, ну, типа 70, да, где-то вот так вот, 60. А ну, что скажешь? Дай мне палочки, пожалуйста, я буду лапшичку оттуда есть палочками. А бульончик буду ложечкой.
есть. Я потихоньку себе периодически добавляю палочками просто этот, как его, туда соус, вот. Но очень вкусно, реально. Как тебе? Особенно сейчас мы уже походили, в общем, и очень хочется этот покушать. Дай мне соевый соус, мать, пожалуйста. Вы не так сильно. Да нет, не, так. Это, в общем, вот так вот. Поставлю себе камеру. Да, у меня штативчик такой индивидуальный. Из соевого соуса сделал себе штатив. Так. Кто не кушает, покушайте. И всем приятного аппетита, если что. Потому что это... А, кстати, хотел с вами еще поделиться. Не знаю, получится это... Не получится, конечно, но я надеюсь, что получится. Потому что сегодня мы должны были записывать песню, трек. Вот, с Таней. Масики. Чтоб тебя было видно. Мене мало позорю, не хочу мене вже, короче, прям... Повністю. Щоб я лицом в багно впала прям. Мне вот интересно, я кстати, написал... песню, часть песни, и Таня дополнила часть песни, типа слов, ну, типа мы написали сами песню, вот, и хотим, короче, записать звукозаписывающей студии трек, я не знаю, получится, возможно, потом я под это сниму клип, а возможно, в следующих видео это как будет, ну, типа я сниму видео, как я записываю этот трек, в общем, и посмотрим, надеюсь, все это получится, выйдет, не знаю, ну, то, что мы запишем это, я думаю, процентов на 90-100 уже. Но как получится ли у нас, хотя мы первый раз это делаем, вообще никогда не записывали такого, и песни никогда вообще, ну типа это первая песня, которую мы сочиняли и будем петь вместе. Что сказать, у меня и голос стрёмный, а песня это вообще... Блин, обалденно. Вообще, вот эта штучка, хочешь попробовать острый соус, Мася? Не, я. Чуть-чуть. Я не хочу. Вообще не хочешь? У меня потом укрепила жопа. А, он сначала такой мягкий, а потом... Мукбанг, короче, какой-то получается. Таня, типа, очень удивляется, короче. Ну как удивляется? Она просто... Я вообще вражена. Она просто офигевает от тех людей. Есть, короче, каналы, которые тупо снимают просто, как они едят. А в Китае это вообще очень популярно, считается, что, ну, типа, вот, есть люди, которые миллионы просмотров. Они просто едят. Они едят всякую, они еще... Они просто вот так едят. Они еще чавкают при этом всем. Еще, помимо этого, еще могут есть всякую, ну, как гадость, ну, не знаю. А еще, ну, может, это для нас гадость, типа, для них это нормально, для азиатов. Блин, это обалденно, короче. Яйцо вот это. Кстати, оно здесь менее маринованное, чем на Минской я когда-то ел. Там они аж черные. Там они аж какие-то черные, а здесь оно довольно-таки светлое получается. Это, кстати, любимое блюдо Ильи. Рамен, да, рамен любимое блюдо Ильи. Мы бы взяли Илюку с собой, но... Вот, блин. Ну, вин в школу ходит. Но вин в школе. Такое, так получается, я короче. Знаю. Что мы ели рамен, но мы ему дома обязательно купим. Вот. Обязательно возьмем. Блин, очень вкусно. Я еще очень хочу поесть, попробовать вот, вот это, локшину. Да. Ну не знаю, что-то захотелось. Таня говорит, что в Лавине очень жарко. На самом деле это правда, блин. В Лавине очень жарко. Я вон еще остренького соуса добавил. Ну да, очень острый. Ну да, думает, что я какой-то это. Пришло время, короче, к локшине. Сейчас я буду пробовать локшину вот эту. Лапшу, не знаю. Короче, как она называется. Я кажу, купи мені лапши, купи мені лапши. А він каже, тобі рамена хватит, ты и так толсто. Брехня, а ты брехня. Вот постоянно говорит, что лишь бы меня, короче, озадачить чем-то, понимаешь? Вот это... Да, спасибо большое. Вот, короче, пробуем. Чем-то интересно о задаче. Ну, типа, чтобы меня постоянно кто-то чем-то обсирал на видео, я да? Я все знаю, что это неправда. Я пробую креветку, короче, первое. В общем. Мне тебя просто обсирают, не из-за меня. Ну, есть некоторые личности, которые постоянно что-то херню какую-то, извините, в комментариях пишут. А, креветка упала. Ты что, взял мне креветку? Нет, тебе оставил одну.
одну на двоих заказали. Я уже и раменом, если честно, наелась. Наелась раменом? Так, пробую этот. Она какая-то как будто сырная. Или нет, она мне показала. Я просто разварила. Не-не-не. Именно какой-то сырный такой. А, может быть вершковый вкус, сырно-вершковый какой-то вкус. Ну, тут есть мидии. Ну, на вчера. Так ты вот так крути, наверное. Я кручу. Так, мидию достаю. Очень жирная. Кальмар, кольца кальмара. Жирная? В смысле жирная? Кольца кальмара. Прикольно. Сейчас мидинку достану. Пытаюсь, по крайней мере, достать это мидию. Да, большая. Тебе просто жарко? Да, тут надо, тут реально очень жарко в лавине. Коко я съедаю мысль. Таня говорит, что уже наелась. Можешь мне скинти чуть-чуть оставить? Угу. Тут он какая-то еще овощи, типа, с овощами. Они просто немножко в сторонке лежали. А вообще, очень вкусная лапша. Это Даня у нас любительница заведений. Говорит, что мне плохого не посоветует, да? Да, я говорю с подружкой постоянно кудась в новые места. Я хочу Диму сводить в одно очень интересное место, где там очень вкусная еда. Угу. Только сказала, что снимать мы там не будем, потому что там будут ее. Мне потом в Very Well Cafe сами сходим. А, туда типа, да? А это мы в Реберне пойдем. Но еще это, я нашла. Понятно, короче. Итак, мы уже покушали. Есть у них, кстати, еще такое приложение. Меняем у Саши. У меня здесь 67 баллов. Так, ребятки, с меня списали уже баллы. И мы заказали рамен с чем? С телятиной? Илюхе, да? А вам скажу, как бы хочу, во-первых, поздравить всех с наступающим праздником 8 марта. Пожелать вам, дамы, дорогие дамы, счастья, здоровья, любви и всего самого наилучшего, чтобы ваши мечты сбывались, и не только в этот день. В общем, вас всех с праздником. Но мы собираемся домой, так как у меня, в принципе, снимаю сейчас вот эту концовку на телефоне, потому что на камере батарея села. Надо себе дополнительную камеру купить. Таня уже, короче, говорит, что хочет домой идти спать, отдыхать. Сколько можно? Все, ребят, я буду стараться чаще снимать вам видосик. Всем вам хорошего настроения. Ждите новое видео. Всем удачки, всем пока. До побачення. Все, ребятки, всем пока.